кошки. Они более приятнее, чем собаки, на ощупь. Ну, наверное, в фильме. По набережной, там холоднее. Роналдо, потому что он работает больше, чем Месси. Ну, я был на хоккее вживую, поэтому выберу хоккей. Волейбол. ММА. Зрелищнее просто. На море, в горах мы и так живем все, все видно вокруг. А на море нет. А два нельзя? Можно два, тогда и то, и другое. Лыжи, но лучше ничего для нас, спортсменов. Самолет. Я не люблю очень долго ездить, я люблю быстрее прилететь и все, на этом, забыть дорогу. Написать. Звонить не люблю, если честно. Наверное, больше пицца. Пицца после игры, паста до игры. Наверное, пицца, да, больше. Шумный город, наверное, веселее. На дом. Не люблю особо из дома выходить, но такое, ну не знаю, можно и выйти, в принципе. Но шумный город я, наверное, выберу в прошлый раз, а сейчас я бы не вышел в город, я бы заказал, наверное, домой, тем более в эту обстановку. Ой, опять это выберу, но больше, конечно, отбить пенальти, тем более дома. Выберу то, чего нету. Это суперсилы. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу.